Всем добрый день. Значит, пришло время закладывать маток, значит, давать соты на засев. Вот, значит, я вам расскажу, как это делается, ну, в поточном, значит, таком виде, не штучные там маточники получить, там способы подрезки, значит, соты там, или просто где-то маточники вырезать. А как это делается в промышленном масштабе, просто в более мелких объемах. Вот. Значит, я вот принес календарь, специально пометил. Значит, вот смотрите. 5 числа загоняется матка, значит, в изолятор, в джентерский сот на засев. Через сутки вы ее выпустите. Это будет 6 число. Значит, вот смотрите, если вы, допустим, вечером загнали, то следующим вечером вы ее выпустите. Но, значит, есть матки, которые хорошо сеют, вот, но есть, которые вредные, и сеять будут с пропусками или не захотят сеять. Ну, по разным причинам, может, у нее стресс. Значит, тогда вам придется держать ее больше, там, ну, допустим, на полдня. Ну, соответственно, если вы вот утром 5-го загнали, вечером 6-го выпустите. Учтите, если, значит, на засев дается сутки, но матка не начинает сеять, вот вы загнали ее, допустим, утром, и прям утром она, как швейная машинка, начала вам сеять. Где-то полдня ей надо там, ну, пока она начнет откладывать. Соответственно, утром загнали, только к следующему вечеру вы ее выпустите из изолятора. Соответственно, 3 дня яйца. Вот смотрите, 5-го загнали, 6-го, 7-го, вот, по идее, надо выпускать, 3 дня на изоляции. Но, значит, яйца у вас начнут закармливать не 8-го числа, в лучшем случае с утра, а то и к вечеру. Потому что, значит, ну не получается так, чтобы все четко по времени совпадало. Ну и это не научно-исследовательская пасека, поэтому такой точности не требуется. Вот, соответственно, 8-го будете переносить. Значит, стартер у вас должен быть 8-го уже готов. 7-го его надо сформировать. Потом, и воспитательница должна быть 8-го сформирована, 9-го вы будете переносить туда уже личинки после стартера. Это делается за сутки. Ну, в экспресс-методе можно, в принципе, сформировали, дали, просто будет меньше прием. Что такое стартер? Значит, стартер – это сжатая сибьяга, вот она сидит у вас плотно на корпус. Вам ее нужно сжать открытый. Значит, запечатанный расплод оставляете, вот, открытый весь убираете. Для того, чтобы не было у них желания тянуть на личинках своих маточники. Значит, первый момент, они будут меньше принимать, вот первую рейку вы дадите, потом будет лучший прием. Соответственно, дается до тех пор, кто будет разведением заниматься, до тех пор, пока они принимают хорошо изначально вот эти маточники на прививку. Само яйцо, когда лопается, вот эту личинку в первый момент. Как ухудшение, так расформировывается. Или матка возвращается, или оставляется маточник, чтобы они вывели себе матку. Вот. Это такие нюансы основополагающие. Особенно вот по времени. Не переносите заранее, они яйцами не принимают. Вот. Бесполезно это занятие, если одно яйцо примут, а то этого не примут. Вот. Кроме потери времени, вы не получите ничего. Вот. Соответственно, вот 5-го вы засеяли. Вот. Значит, 16 дней. Вот 21-го у вас они выйдут. Вот 22-го можно будет проверять уже вышедших маток. Вот. Я специально на календаре все пометил, чтобы было наглядно. Вот. Отводки формируются за 2-3 дня. Или за сутки, ну, по изысканиям, за сутки формируется,
перед выходом маточника. Вот. И в отводке она выходит, это их родная матка, не надо ничего подсаживать, там мучиться. Вот, соответственно, вот 22 числа можете проверять. Ну или там 24-го там. Ну, соответственно, дается еще 10 дней на облеты, на начало засева. В принципе, вот месяц вам 25 дней, вот, 26. Ну, это по нормам. А так, в принципе, через месяц у вас уже матки будут сеять вовсю. Вот. Соответственно, если нужно давать маточники, вам нужно получать с разрывом, допустим, большой объем вы не сможете сформировать, вот, то можно пойти давать 2 сота с трехдневным перерывом, один засеяли, раздали, через дня еще один дали, и у вас пойдет поточность. Вот. Это что значит в теории. В следующей серии я расскажу, значит, что нам для этого потребуется. Всем удачи!